Чен! Что? Стой! Не двигайся! Чен! 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 Я ее не видела. Она была на земле и... Все хорошо, но я должен вынуть иглу. Опиши процедуру при заражении офицера. Что? Сосредоточься. Что нужно сделать? Собрать улики, доставить офицера и орудия заражения в ближайшую больницу, чтобы проверить их на наличие передающихся инфекций и заболеваний. Какая ближайшая больница? Шоу Мемориал. Убедитесь, что офицеры останутся до приезда вице-президента. Понял. Давай, пошли. Здравствуйте. Мне нужно проверить кровь. В меня попали использованные иглы. Да. Одну секунду. Где же? Вот, заполните эту форму. Будьте в комнате ожидания, мы вас позовем. Кажется, ты новенький. Потому что ни один опытный медбрат не оставит копа в очереди. Что будет, если кто-то схватит ее пистолет? Я... Согласно протоколу, вы должны немедленно осмотреть вооруженного офицера. Поэтому сейчас же ведите ее в палату и найдите врача. Да, сэр. Пройдите сюда.